Здорово, ребята, с вами Димас. Я продолжаю играть в Паразит Ив первый на челлендж Club Only, только исключительно с палочкой. Второе мое прохождение. И Крайслер. Да, Крайслер. 10 этажей мы пробежали. Отправляемся с 11 по 20 этажи. На этих этажах уже может появиться неприятность, мягко говоря. Главное вовремя сообразить, что делать. Да, с ракетами ничего, конечно, не сделать. Ну ладно. Думаю, как-нибудь переживем. У меня есть ключ до 10 этажа. Замечательно. Не придется пешком все это дело бежать. Это очень долго. Хотя этот ключ можно избавиться от него и бежать пешком, как вариант. Но не. Увольте, я не хочу так. Лучше на лифте поднимусь. Человечески. Вот. Так, сейчас, по-моему, направо, да? Потом наверх. Да, вот еще склад. Хранилище. И вот сюда. Здесь у нас была Boss Fight Arena. Нет, чуть-чуть подальше. Да, вот здесь вот. Ну что ж, поднимаемся на 11 этаж. Тут сейчас и музыка другая, и враги другие. Задачи-то те же. Искать склад. Хранилище. Так, не пойму, что тут. То ли тупик, то ли... Так, ну враги есть. Ой, вы кто такие? Я вас забыл. Да вы чё, охренели, змеи? Слышь, ты кто такой? Чё-то ещё снимают, умудряются как-то снять меня чё-то. О, отлично. Я у них какую-то воду спёр. Так, ну окей. Что у нас внизу? Чё, ещё враги? Да вы чё? Там, обалдели? Вот эти какие-то живучие. Да ладно вам, вы чё? Змеи, куда вы против меня прёте, а? Да, взял воду. Кстати, нафиг она мне не сдалась, эта вода. Так, что у нас здесь? Все куда-то вниз меня тянет. И направо есть поворот. Только не говори, что тут уже лестница. Нет, тут еще поворот направо. Ох, 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 ох. Окей, а что направо?
Тут лифт. Хей. А тут, наверное, лестница, да? Или нет? Или тупик какой-нибудь? Интересно. Тут повороты опять какие-то. Опять какие-то повороты. Блин, ну здесь точно тупик. Да. Как бы не пришлось опять возвращаться назад. Не пришлось. Тут склад, хранилище находится. Как бы сейчас эта хрень не появилась. Так, ну, броня неплохая. Ну как, 44, 45. Что там мы имеем? 44, 45, 34. Да, броня лучше моей. Все-таки, что не говори. Но все равно терять свойства все ради этого я не буду. Поэтому будет броня получше, все равно в любом случае. А, я не взял еще инструменты. Окей. Так, деф плюс 2. Вода долой. Так, все что ли? Больше тут ничего нету. Окей. Где выход? Где лестница? Так, ты кто? Опять ты? А-а-а. Нет, это крот. Живучий гад. У него дают аптечку. Окей. Это хорошо. Это я не против. Я надеюсь, здесь не тупик. Или зря, я надеюсь. Ха. Так, кто-то еще. Ты где? А, змеи. Чего у вас так много-то? Еще отправят ненароком. Да хорош, хорош. Пошла вон отсюда. Вот так вот. Не нужны мне ваши патроны. Мне и без них хорошо. Так, что здесь? Надеюсь, тут лестница. Хотя, может, и тупик. Длинный путь, долгий. Обычно тупики-то они сразу как-то выдают себя. О, нет, это вы. Черт, ослепило. Отвали, нахрен. Крот, отстань. Пошел. Аптечки хорошие, в принципе, добротные, можно даже подлечиться немного. Так, и что дальше? О, еще. Ну, здравствуйте, товарищ змея. Хватит.
Хватит кусаться. Что я тебе сделал? Сейчас как там палкой. Сюда. Так. Не буду даже брать. Мелкая. Так, поворот налево есть. Но мне лестница нужна. Так-то. Это не кружок ли я сделал? Кстати, возможно. Возможно, я уже тут пробегал. Я тогда не пошел. Прямо? Кстати, музыка-то из парка играет. Там был, в принципе, прямо путь, вроде бы, где-то бы. Где-то он был. Чё, опять что ли? Да вы чё, замучили уже? Партия змей новая. Змеи какие крепкие, гады, попались. Да ладно вам. Хорош. Да ладно. Все равно урона не наносите. Куда вы против меня-то? Мы 34-й уровень. Да отвалите. Иди сюда. Сейчас придушу гусака. Так, вот они мне воды надавали, а? Ну нахрена мне столько воды? За упокой. Вот, там походу выход. Получается, я целый круг сделал в поисках лестницы. Ну да. Двенадцатый этаж. Налево. Опять такая же схема. Ну попробую. Тут лифт. Окей. Наверное, и тупик тоже есть, да? О, хранилище. Значит, явно там дальше тупик. Вряд ли там будет выход. О, инструмент это вовремя подогнали. Я как раз хотел избавиться от этого джакета. Да, немножко он, конечно, покруче моего. Оп, оп. Вот это то, чего я боялся. Сразу пререйс. Значит, мне сейчас будет плохо. Бьет она больно. Бьет она больно. Вау! Живучая падла. Ай-яй-яй, убила! Меня спасает твой прорейс. Черт, живучая тварь. Черт, она же меня сейчас достанет. Как бы мне ее... Тоже.
Есть аптечки хорошие, хороших нету. Живучая падла. Да отвали ты. Мне так и не хватит. Сильные удары. Однако. Не настолько, конечно, они сильные, чтобы... Вау, ты потише будь. Ты сволочь. О, я ее убил. Да, неприятная тварь. Живучая, неприятная. Короче, все аптечки. Если что, я ее просто либерейтом буду избивать. Это будет быстрее. Да, подлянская комната. И вряд ли что тут есть. Лестница, ты же, тебя же тут нету. Там, по-моему, топорики, да. Да и внизу, похоже, тоже. Да, здесь тоже тупик. Да, мне нужны аптечки, господа. Может быть, здесь лестница? Хм, враги тут есть. Чё, опять змеи? Арк. Тупик оказался. Значит, вниз. Так, направо.
Да, лестница на 13 этаж. Я надеюсь, больше этой хрени не будет до 20 этажа. Иначе я просто не вытяну без аптечек. Бить ее долго очень. Налево-направо, не знаю. Давайте сперва налево. Да, могу ошибиться. Сейчас прийти не туда. Но нет, пришел туда. Надеюсь, без этой хрени обойдется все. Вот бы эти коробки еще как-то себя выдавали, там, я не знаю. Так, ну тут есть инструмент. Нахрен он мне нужен? Нахрен мне столько воды вашей? Аптечек нету. Тут чё? Еще один инструмент. Пушка, пушка. Не нужна ты мне нахрен. Когда уже палку дадут новую? На каком это будет этаже? Не знаю. Ну кто ты такой? Опять куча змей. Не, атаки явно не хватает. Что получается, не хватает. Да. Направо или вниз? Вариантов немного. Мне кажется, тут лифт. Хотя, может, и тупик. Кто-то есть даже. А, это вы. Отстань. Ну хотя бы аптечки дает, хоть какие-то. Тут лифт. И тупик. Да. Есть еще вариант попробовать вниз пойти. Но мне кажется, там тоже тупик. Или нет? Ну, кто-то есть, окей. Здорово. Ну, отвали. Не опасен ты для меня на этом уровне. Только не ты. Как тебя звать-то, крот, блин? Так, ну дорога какая длинная. Затягивается. Ну да, похоже, тут лестница на 14. Точно. Четырнадцатый этаж. Что тут у нас? Так, запись-то идет.
Да, вроде идет. Так, ну налево или направо? Там много света, направо, налево нет света. Хрен знает, что это значит. Дорога вниз куда-то. Кому-то опять, да, вот эти самые опасные для меня, потому что у меня нет защиты от этой хрени, ослепление бьют, они в принципе так нормально, но дают аптечки в принципе. Хоть какие-то. Тут лифт. Ох, еще четыре пути. Пойду вниз. Так, один путь отрезали. Да, конечно. Можно направо попробовать. Тут еще такая вот развилочка интересная. Тут лестница, что ли? Нет, тут тупик. Ха-ха. Мед 2, неплохо. Есть путь вниз. Что тут? Кто-то есть. Это обезьяны, по-моему. Спарта. Они вообще бесполезны. Хух. Куда меня занесло? Тут тупик. Окей. Здесь что? Где мое хранилище? Вот оно. Окей. Так, ну и чё? 14 этаж. 5 инструмент. Блин, да не нужна мне пушка. И это тоже мне не нужно. Бесполезный для моего челленджа. Да, тут лестница на 15-й. Ну что ж, 15-й этаж. Я даже не помню, кто будет боссом. Но этажа еще прилично. Так, ну враги-то все те же.
обезьяны в данном случае. И змеи. Надо подлечиться. Вот о чем я подумал. Опять воду надавали. Ох, какой путь-то. Пойду вниз. А не знаю почему. Ну тут похоже проход. Раз враги имеются. Да, очков почти не дают. Опыта. Так, и что тут за хрень творится? Ну, есть путь налево. Лифт. Ага, лифт. О, я понял, ребята, я все понял. Вы пока подождите, я проверю другие пути. Иначе я так запутаюсь. Я сюда за... Зачем тебя сюда занесло? О, мед-2 на дороге не валяется. Да, было же масса путей еще проверить. Почему бы не пойти наверх? Так, наглую. Скорее всего, тупик. Хотя... Ну да, топоры. Топоры, топоры, топоры. А если налево? Тоже тупик. Я не хочу просто хранилище прозевать. А, я его чуть не прозевал. Да. Так, это у нас какой этаж? 15-й? Или... О, это важно. Карточка именная. 5 ракеты. Офенс плюс 3. Вау! Ну не играю я на пистолет. Так, почему-то мне кажется, что здесь выхода нету. Почему-то мне кажется, что здесь тупик. Я угадал? Ну куда ты меня ведешь так далеко, дорога? Скажи прямо. А-а-а! Вот отсюда я приходил, значит... значит, интересно. Возможно, сюда... Или здесь топоры? Топоры, топоры, топоры. Значит, путь налево. Вот сюда, то бишь. И здесь лестница, да? Якобы... Да, на какой там, на 16-й этаж уже. Ну окей, ладно.
Тут ни хрена хорошенького. Так, налево. Да, стараюсь налево проверить. Да, и тут склад. Отлично. Только без этой хрени. Супер ключ. Вау! Вау! Клаб 4! Ребята! Так, а вот это что за свойство? Стоять. 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 Так, какие у нее базовые? 80, 10, 0. Ха, забавно. Намного больше моего. Сейчас, надо проконсультироваться. Делаю паузу. Так, ну ладно. В принципе, я подумал, если у меня есть супер ключ. А, кстати, еще одна коробка. Вау, Дэв плюс 3. Как мне подфартило в этой комнате. Я подумал вот о чем. Конечно, клаб 4 будет у нас. Сто сорок атаки выкачаем. Но за супер ключ. То есть сохраним эту мою палку. Но возьмем в руки клаб 4. У нас 220 атаки, еще какие-то свойства. Не знаю, в общем, мы теперь круты и вообще. И нам все, в принципе, нипочем должно быть. Правда, вот первого хода я потеряю, наверное, возможность. Возможно. Поэтому я решил пока ее не выкидывать, а оставить. Ну что ж, повоюем. Так, ну тут вряд ли будет выход. Скорее всего, топоры, да, мог бы даже не добегать до стены. И так было сразу видно. Так, откуда я? Вот сюда, да, мне? Это у нас 16 этаж, да, вроде? Не, вроде воровать-то я могу. Но теперь я вроде при воровстве даже не буду терять силу атаки, что ли, еще какое-то свойство. В общем, сейчас узнаем. На первых же мобах. Ах, вы сволочи. Вау, 240 атаки. Чё, хрен охренел? Или я не могу воровать? Не пойму, или я не могу воровать? А, возможно, я не могу воровать сейчас. Хе. Но могу бить больно. Лестница. Окей, поднимаемся на 17 этаж. Кажется.
Что у нас здесь есть? Ну, в принципе, у них-то воровать особо и нечего. Их бы быстрее бы шатать бы всем. Дают они мало полезного. А вот босса оставить без внимания нельзя. Надо проверить его, как знаете. Босса-то. Так, ну что опять? С одного удара сейчас должен шатать обезьяну. Вот так вот. Упыри. Так, где мои аптечки? А, или я все-таки умею воровать? Откуда у меня столько воды? Иначе. А, у меня просто места не было, походу. Забавно. Здорово. Да, я умею воровать. Возможно, даже покруче, чем с той палкой. Мед 2 своровал. Так, ну это у нас какой? 17 этаж, да? Мы ищем хранилище. Блин. Какая западня-то. Тут лифт. Тут что? Не понять. О, нет. Внизу что-то есть? Может быть, хранилище? Да. Как ни странно. Так, опасная комната, всего два ящика. Помнится, в той комнате тоже было два ящика всего. Не, нафиг. Нафиг, стволы нафиг. Давайте уже на 18 этаж ведите меня. Так, ну тут топоры. Очевидно же. Видно даже невооруженным глазом. Может быть, наверху выход? Надо посмотреть. Блин. Да как так-то? Ну, здесь топоры. А налево чё? Лестница, да? Чудесница. Да. Поднимаемся на 18 этаж, кажется. Осталось немного до босса. Пойду направо. Изменю свое это. Обычно я налево хожу. Пойду направо. Лифт. Не то. И тут кто-то есть. Возможно, надо налево сходить. Ну, здорово. Здорово.
пошла вон отсюда. Избавимся от мелких. Так, чего у нас забито все, да? Давайте подлечимся. Одно место всего, ё-моё. Ну, как так? Так, вопрос, а я уже был в хранилище на этом этаже или не был? Наверное, не был. Так, тут топоры висят. Сюда дорога закрыта. Я вот что-то забывать стал. Тут тоже вроде топоры. Да. Что наверху? Лестница. Блин, да я вот не помню, ребят. Отвлекся, вот. Ну, не судите строго. Реально, вот забыл. Был ли я на этом этаже уже в хранилище или не был. Дайте-ка я лучше вернусь. Пробегусь. Откуда там все начиналось? Ну да, пофиг, что вы будете тут мне сейчас преследовать. Ах вы сволочи. Да, кстати. Б2 это хорошая вещь. Б2 вещь хорошая. Б1 даже повыбрасывал. А, нет, я по-моему... Сперва лифт нащупал. Не пошел я налево. Да, я помню. Тут, вероятно, склад. И змейка. Не одна. Да, я потерял только право первый ход. Так, в принципе, палка куда? Имбовий. Так, ну что у нас тут? Дорога какая-то длинная дорога. Тихо тебе. Так, ну что тут у нас? Давайте глянем. Две коробки. П плюс один. Замечательная вещь.
Так, что еще? Ох, броня. Блин, на круче моей. SP-Suite 1. Но надев ее, я потеряю кое-что. Конечно, у нее 60 деф. P Energy на 10 больше. Ну и Critical почти так же. Что у меня есть ключей? Как мне быть? Расскажите. Так, ну ладно, я думаю, будет броня и получше этой. Как вы думаете? Я думаю, да. Не супер имбовая броня это. Вот так вот. Будет броня покруче. Нет, сейчас надо вспоминать, как я находил лестницу. Так, по дороге, конечно же, опять прицепятся всякие змеи. Жалко, нет возможности их куч добить палкой. Так, ну допустим. Здорово, макаки. Да что такое? Нет, надо перезагрузку делать. Что-то. Плохо становится, когда я захожу в интернет посреди игры, посреди записи. Так, ну это было где-то справа. Я точно помню. Хотя, погодите, может, сейчас попробовал приоритет высокий задать себе. Так, я вот не помню, направо. Да вроде направо. Эх, надо искать 19 этаж. Похоже, это вон. Не, лучше я сперва налево. Топоры? Вау. Хорошо, что я сюда заглянул. Меньше сомнений будет. Так, ну, начинается. Ах!
обсидианы добавить. Что ты можешь? Нет, ну вода это вообще лишнее. Попался. Печка второго уровня, неплохо. Не скажу, что прям шикарно. Хранилище. Кого сюда принесло? О, здорово. Не, оставь себе единичную. Range плюс 2. Да ну нахрен. Да, автомат. Туда же иди. О, вот это важно, карточка. Просто из этих карточек можно будет потом как-то собрать бесконечный суперключ, что ли? Так, кто? Зачем? Почему? Обезьяны. Как они умудряются? Я попытался, что умудряются. 5 хп. Интересно. Загадка. Так, ну лечиться не думаю, что хорошая идея. Так, дайте мне лестницу на 20 этаж. Я уверен, он тут должен где-то быть. Возможно, даже выше. Но нет, здесь топоры. Здесь лифт. А дальше что? Может быть здесь? Да. Так, 20 этаж получается. Несгораемый этаж. Ну, в смысле, неизменяемый. Надеюсь, мне тут кровь никто не подпортит. О, вот это отлично. Вот это я люблю. Сразу хоп и хранилище. Да, только любят ли меня здесь? Вот это вопрос. КВ Сьюит. Да, хорошее, не спорю. Но будет лучше. Будет-то лучше. Да, зачем-то еще один инструмент дают. Так, осталось лифт найти. Хе. Здорово. Готов.
Ну кому аптечка мешала? Вот я думаю, лишний не будет. Кто со мной еще не попрощался? Змеи? Опять вы, мелкие. Дай угадаю, опять надавали воды там, типа от отравления. Ну да. Я их не просил об этом, они мне надавали. Чё они мне еще могут дать? Компашка. Ах ты сволочь, что ты задел? Это чё, хрень? Ну, кровь, покажи. Опять воды додавали. Не, ну тут все забито опять в хлам. Мне надо подлечиться. То места совсем нету. Так, я еще не обнаружил лифт. Какой длинный спуск вниз. Да сколько можно-то? Тут налево. Хороший эмулятор. Хороший. Так, ну не знаю, не знаю. Что я не могу лифт обнаружить. Какая длинная карта. Это вообще 20 этаж. Пути вообще длинные. А, окей, лифт здесь. Значит, и боевка тоже должна быть здесь где-то. Да, вот тут, да? Да, отлично. Ну что ж, ребят. Так, аккумулятор хорош уже. Выносить не мозг. Так, кто против меня? Позвоем. Че, ничего нет, что ли? Два крокодила. Два крокодила. Вау, атака приличная, в принципе. Атака, в принципе, хороша. Но ничего у них нету. Так, один уже битый. Сейчас туда же. Готов. О, оживлялка. Окей.
Так, ключ я взял, да? Да. Замечательно. Ну что ж, 20 этажей Крайслера пройдено. Возвращаемся к лифту и сохраняться. Так, поехали, поехали, поехали на первый. 1.10 ключ можно, в принципе, уже скинуть Уэйну. Меня же ключ 1.20. Кстати, а мы вряд ли можем. Кстати, давайте аптечку возьмем. Так. Нет, давайте пока уберем предметы. Инструменты, это все хорошо. Это все хорошо. Крайслер Е1. Карточки. Мед-3 даже имеется. Круто-то как. Не, что-то мне покажется, подсказывает, что там нельзя. Чё, палку можно, типа? Да ладно. А, стоп. Я же не выбрал карточку. Нет, нельзя, ничего нельзя. Пойду сохраняться. Сохраняемся. Я благодарю, ребят, вас за внимание. С вами был Димас. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.